Ну, садись. Нельзя так. Нужно выйти. Опять. Уже на 30 минут опоздал. Подождите, нельзя? Ай, ух, посмотрите. Ну, сойди сюда. Ай, красавчик, моя красавчик. Здесь. Ну-ка. Ай, молодец. Фу, а я переживал. Этот зарычал. Так, успокоились. Так, что, поехали? Молодцы, поехали. Пошел ты нафиг. Квадрокопер. Олег. А это? Он в шоке, что я с камеры. Короче, мы в 12 должны были выехать. Я говорю, Юр, жди в 12. Он говорит, я смотрю 12, думаю, ну как всегда, опаздываю, да? Так, ладно, едем за цветами к врачу. Короче, уже никто не удивляется. А я старался. Вот такой магазин сестры игрушек. Ой, игрушек, цветов. Сейчас идем сюда покупать. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. А, Ангелики нету, да? Вот такой классный магазин, уютненький самый. Самый красивый в Апшеронске. Так, нам... Ох, видали тут цены какие, а? Какие цены, рекламирую. Так, ладно, сейчас выберем какой-нибудь подарочек. У нас же подписчики скинули, чтобы мы Анне Александровне взяли подарочек. Ребят, вот выбираю. Ребят, мусор скользит. Вот цветы стоят. Нельзя мусор. Пускай, иди сюда. Иди, пускай. Пускай, стой. О, они тоже скользят. Вот так вот сидят, чтобы не упали, на пол не хотят. Молодцы, хоть присели, а то стоя ехали. Друзья, эти пробки краснодарские, мне уже просто от них плохо, блин. Опаздываем постоянно из-за них. Вон, 2:40 уже, на 40 минут осталось 2,9 километров. Смотрите, что уже Киара натворила. Пипец. Стейки нам нужны. Юра, вот, смотри, встал. Весело, молодец, что поддержку подошел. Карасик, красивый кадр. Снизу снять собаку. Вон, ты что? Спать иди сюда. Спикеры нет. Спать. Стоп, стоп, стоп! Стой, я говорю! Что ты делаешь, а? Стой! Кера, машину! Быстро машину! Стой! Стой, говорю! Стой! Цветы, что? Нельзя! Нельзя! Иди вперед, не начни. Рядом. Сейчас. Стоп. Рядом. Нельзя. Иди. Короче, мы уже это в шоке. Это вам. Это от подписчиков. Потому что мы опаздываем. Почему? Так, только спайк, да, у нас? Нет, еще муса. И если есть вариант, я взял шикиару с собой. Угу. Если давайте хотя бы гляну. Так, смотри, я отправила. Давайте тогда на мусу карточку заведем сейчас. Давайте. Так.
Муса, да? Да. Друзья, если честно, настроения вообще нету, потому что, ну, это бесит, вот эти опоздания уже реально. Ну хотя бы на 30 минут, уже на 50... Стой! Уже на 50 минут опоздали, блин. Ну пробки кошмаровские просто. Я уже... Спайк. Короче, я один, я устал. Три собаки должен привезти. Хорошо, вот Юра сегодня хоть камеру поддержит. Потом, ну, в общем, кстати, вон моя камера бывшая стоит. Ух, ух, красавец. В общем, я устаю, ребят, все, меня уже достало это все. Лечить, кто бы меня лечил? Сейчас мы... Блин. Давайте мы пройдем туда, наверное, у нас сейчас, а потом вы пройдем. Секунду, я убью. Сними его. Все, все, по чуть-чуть теперь справимся. А здесь никого нет. Надо записаться. Ну да. Можно по номеру телефона. В воскресенье нельзя. Друзья, не зря мы опаздывали, зато вам кошки помогали. Так что мы пропустили кошку в тяжелом состоянии. Это от подписчиков. У меня просто настроения уже нету. И пока добрались, как, ну, блин, эти пробки, честно, это просто три собаки. Три собаки. Спасибо. Да. Вот вопрос, я вот здесь поставлю. Чуть чистое. Так, ну рассказывайте, как дела? Так, хорошо. Таблетки. Кашель практически его вообще нету. Ингаляции я делал один раз в день, если честно. Потому что лишний раз нормально не хочу. Он как-то так. Не бойтесь, он не действует системно. Главное, чтобы ты был жирным, жареным, все соленого, перченого. Мне кажется, я перегрею. Что ты там просишь? Ты молочку. Системная ингаляция не действует. Ингаляция действует только там, где вы дышите на респираторной системе. Верхний дыхательный путь. Если вы еще покашливаем, можете смотреть в течение суток, как все будет действовать. Мы убираем антибиотик, оставляем ситуация, что в любом случае мы сейчас ждем рентгенов. Вы сейчас просто переделываете. Да, потому что уже дальше, да. Мы сейчас наша задача дождаться рентгеновского снимка. Все, пожалуйста. Тут пить. Так, спать, ладно. Дайте вообще. Давай, иди. Нормально. Вот, 33 с половиной на килограмм попросите. Что мы сделаем сейчас? Мы также на себя накормим. Мы сейчас еще мертвым послушаем. А чё, не хватит? Не будет жарко. Да, а да. Придется тоже одеться. Тебя тут не оставят, тут небезопасно. Это тоже больше, чем за да. Спать, ноги. До
Ноги. Ладно, стой. Теперь у меня руки сейчас мы развязаны. Оденемся, подожди. Снимай, наконец-то я сниму начало. Так вот, ребят. Все, что мы тут снимаем, нужно было получать разрешение от директора. У все вас так? Этого разрешения нету, поэтому вы не можете это все снимать. Так что, друзья, не смотрите, не ставьте лайки. Я вам серьезно говорю. Но меня потом выгнать из-за этого могут. Из работы просто. Да? Поэтому ну, нет, пожалуйста, снимать вот это сразу. Или потом. Так, да, сейчас снимем. Все, норм? Да. Ты там законнектил? Не зря я на борьбу ходил, ребята. Не связь, пожалуйста. Аккуратно. Он поправился на КГ. Сколько весит? 33,5 спарни там. Вспомни. 33,5. Так, куда головой? Ко мне, к вам. К вам. Так, ну давайте левый бочок. К вам. Ко мне лапы. А вы ваши задние. Ты все, ты молодец. Себя буду. Ты молодец. Давайте вы подтягиваете, я за задний. Так, вы за задний, я подтягиваю. Да. Еще? Так, сейчас. Держите вот здесь. Так, сейчас, теперь на спину. Сейчас просто встаем. Да, я убираю подсветку, прям. Лежи. Лежи, тебе нельзя вставать. Я себе сниму. Так, это же мне нужно в закрытый зайти. Так, калачат, да? Ага. Массаж, массаж сам. Кайфует. Анна Александровна, а можно Юрчика записать к вам на прием? Он гавкать будет. Извращу на прием. Извращу? И у нас поликлиника. Юр, тебе же понравилось, да? Понравилось. Не, реально, ты что? Да нет, тут круто, честно. Тут ухаживают лучше, чем за людьми. Ну, за тобой так не ухаживают. Спайк. Спайк, лежать. Так, говорите. Ну, если говорить про прошлый раз, вот здесь были белые пятна. Вот, либо это наслоение каких-то бронхов, либо это участки воспаления. Наибольшее воспаление вот здесь, mm-hmm. вот здесь. Вот эти вот. Uh-huh. Сейчас их нет. Все отлично. Получше. Получше, но все равно еще есть усиление бронхиального рисунка. Мы сейчас напрямую перевернем. И посмотрим, угу. сравним прямую. Хорошо. Ты как палач, слушай. На, сними. Так, сейчас, секундочку. Так, как же мне это сделать? Вот так, да. Ага. Все, супер. Лежи спать. Три. Четыре, пять. Зайчик. Спайк у нас опять. Вот эти выделения, это не страшно? У всех кабелей есть и будет балонопластит. А у девочек? Постоянно мыть. А у девочек? Два раза в день. Чё, у я ещё буду мыть их? Два, серьёзно? Два раза в день? Два раза в день. Я за собой столько не моюсь. Юр, отсюда какой-то с ними здоровый. Посмотри, как он смотрит. Сбоку вот снизу. Вот это вот так вот раздвигайте.
Нет, подожди. Вы как бы локти. Так. Давайте вы задние, а я передние. Я боюсь, мы болевой сделаем. Теперь бы кто нажал. А ну, можете кто, взять куда? Вот там штучку, вот снять ее, снять. Да. И дать мне вот сюда в руку. Снять, снять. Повыше даже. Да. Подальше станем, подальше. Вообще. Молодец. Все. Все? Да. Я не держала бадира, он говорит, что какая-то аллергическая реакция. Нужна. Что? Заходят. Капелька приглашает, да? Да. Все, выключай. В общем, ребят, все хорошо. Сказали, что... Молодец. Сказали, что антибиотики можно уже переставать. Не можно, а перестаем пить на 21 день. И делаем 2 недели ингаляцию утром и вечером. И потом опять смотрим, ну, кашляет он или нет. Надо, чтобы полностью кашель исчез. Если не исчезнет, тогда будем принимать другие еще меры лечения. Все. Так, друзья, можно закрыть аккуратно. Придержитесь? Мы держим, да. Да, проходите. Сюда. Куда мы все? Так, друзья, мы за следующую собаку. Да. А можно мы справа? Куда вы? А вы куда? Мы на выход. Да, да, мы на выход. Сейчас другого питбуля принесем. Там еще мощнее. Пойдем. Снимаю. Держите хорошо, вырвется. Пипец там, он вырвался. Давай, давай, мужчина, давай, давай, давай. Так, теперь, ребят, мусор берем.